Ну что же, здорово всем, здорово тебе, Димыч Андреевич, и особенно здорово тебе, Пашенди, Пашок, Пашочек, и как там я тебя еще называл. В общем, это видео, так сказать, обращение к Пашку. Обращение к Пашку, в общем-то, и видео для самого него. В общем-то, связано оно с тем, последним поведением, которое творится в жизни Пашенди, то есть его игнорами, с его неотвечаниями на звонки, в общем-то такая вся каша. И с тех пор, как он пошел в свой колледж, он изменился, то есть он стал меньше времени уделять своим друзьям. Но это понятно, то есть у него учеба стала больше, то есть того-то другого, но тем не менее мы тоже пошли в 10 класс. С Димычем мы почему-то мы так не относимся, то есть друг к другу, то есть несмотря на то, что куда бы я ни пошел, какой там вуз, там всякую херобору, я не меньше буду уделять внимание своим друзьям, родителям, там всем близким, родным, где бы я там ни был, что бы я, чем бы я ни занимался, то есть я, ну разумеется, если меня в армию заберут, то конечно там уже это исключение, там конечно я уже вам, к вам уже приезжать каждый день уже не буду, не смогу уже. Но колледж, ну что колледж-то? Это не значит, что ты можешь взять и просто наплевать на своих друзей, не брать трубку, постоянно спать, постоянно в всяких снах, все вот это вот, знаешь, Пашенди. Так что задумайся над этим, короче. Это видео специально для тебя, это видео обращение к тому, чтобы ты стал таким, каким был прежде. То есть, понимаешь, ты изменился, конечно, в плане отношение к нам. То есть в плане характера ты стал тем же раздолбаем, которым ты. Ой, извини, я пошутил. Не бей меня, ладно, не бей. В общем-то, ладно, это серьезное, разумеется, видео. То есть я серьезно к тебе обращаюсь. То есть давай изменяться. Потому что я тебе. Это не только со звонками связано, но и вообще с отношением. Ты стал вообще скептически полностью относиться к Димычу и ко мне. Несмотря на то, что мы тебе помогаем, и все тебе качаем, все видео, все эти ответы, все вот это вот. Так что ты стал делать уроки тогда, когда мы к тебе приходим, когда мы тебе уже говорили, что делай уроки, когда нас нету, то есть у тебя целых полдня практически есть свободных. Но почему-то мы должны тебя ждать, мы стараемся, делаем для тебя различные видео. Ты тебе скажешь, а я вас не заставляю, можете не делать. Но, тем не менее, мы стараемся. Мы начали игру, мы должны ее закончить. Любой ценой, потому что, ну как, ну, то есть ты начал игру, ты ее не закончил. Ну, как-то надо заканчивать. Мы же не МКО Асилиум, который проходит GTA 4 и все до сих пор ее не закончил. У него это понятное дело, у него там учеба, у него она реальная учеба, то есть такая, что вообще уже все. А у тебя это такая учеба, то есть важная, но не до такой степени, чтобы можно было бросать своих друзей, так сказать, по шее. Так что давай, решай, думай, собственно говоря. Думай над своим дальнейшим поведением, над своей дальнейшей жизнью. Вот когда у тебя будет работа, там ты будешь работать уже 8 часов, может быть 9, вот тогда уже будет другой разговор, то есть там уже работа, там уже деньги, там уже будет не до шуток, это уже понятное, то есть понятное дело. Но пока у тебя просто учеба такая же, как и у нас. Так что мы к тебе приезжаем, к тебе хорошо относимся, а ты к нам почему-то хреново. Вот Димыч не даст соврать, он сейчас наверняка это видео тоже смотрит и меня, наверное, поймет. А вот ты, мальчик, давай, исправляйся. Исправляйся, короче, и вот, разумеется, когда у тебя будет сессии, там все, вот это да ладно, там уже, разумеется, нужно сильно уже готовиться. Ну, просто обычные уроки, там, химия, примерчик не решил. Подумаешь, примерчик один, ничего с ним не будет, если ты его не решишь. Что там тебе не то, чё, ничего тебе там не поставит, сказать. Так что, в общем-то, это видео обращение к тебе. Надеюсь, ты прислушаешься к моим мольбам, так сказать, изменишься, будешь, помимо того, чтобы отвечать на звонки, станешь еще и больше уделять внимание нам. Разумеется, тогда, когда мы к тебе приходим. Мы же не все время же у тебя. Не каждый этот самый секунду же у тебя. У тебя есть это самое. Когда ты приходишь с колледжа, у тебя есть полдня, пока мы к тебе придем. Я за эти полдня успеваю прохождение записывать для тебя, успеваю некоторые уроки сделать, то есть у тебя целый вечер есть, мы от тебя я от тебя в 8:30 ухожу, у тебя ты можешь в 11, в 10 лечь спать, у тебя 1,5-2 часа уже еще есть на уроки и все такое. Тем более ты все равно все уроки в интернете ищешь, то есть ты тупо ищешь ответы, тебе остается тупо списать, понимаешь, там особого ума не надо, чтобы тупо списать.
Так что тебе 1,5 часа вон с лихвой хватит, все это списать, то, что нашел в аксиоме, так сказать. Димыч тебе помогает, он тебя ждет. Мне вчера его, блядь, мне вчера его реально жалко было. Он тебя ждал, ты вместо того, чтобы пойти, то есть, он старался, он для тебя прохождение записывал. Ты вместо того, чтобы пойти с нами домой к себе, ты начал опять еще играть в свой Вормикс. В общем-то, это безответственно, понимаешь? Это полностью безответственно, то есть... Я не говорю, что ты должен бросить колледж. Нет, я этого не говорил. Я этого не говорил. Ты должен также учиться, то есть не терять хватку. Но ты и должен не терять нас. То есть ты должен к нам так же относиться, как относился раньше. То есть совмещай. И, в общем-то, себя и нас. То есть, чтобы никому не было, собственно говоря, обид. Понял? У меня сейчас и так проблемы у самого. Я не хочу, чтобы у меня еще с тобой были проблемы какие-то. Так что, по Шенди, прислушайся к моим мольбам. Надеюсь, ты меня услышишь. Не будешь бомбить и поймешь всю ситуацию. То есть я и так скоро уже переезжаю, вот через 3 дня уже, через 4. И так будем с тобой редко видеться, так что давай. Давай это самое. А потом ведь меня не будет, то есть. И что ты будешь без нас с Димычем Андреевичем делать? То есть ты скажешь, о, да ну, мне не нужны, ничего не будет. А раз что-нибудь придет такое, херобора какая-нибудь, и все. И раз Кирилл понадобился, а что? А его нет, сука, он, может быть, вообще уже того. Ну ладно, это я уже загнул палку. И что ж ты будешь без нас делать? Ну ладно, у тебя родители есть. Ну это понятное дело, само собой. Но друзья тоже, как говорится, нужны. Два, ну точно. Я не говорю, что ты должен там 150 друзей себе заводить. Ну, нас вполне достаточно хватает. Так что, вот такие вот дела. Ну, надеюсь, думаю, на этом можно заканчивать. Смысл уже дальше продолжать. Смысл ты суть понял, то есть моего обращения, что ты должен измениться, то есть, как бы, поменяйся. Это не то, что ты должен прямо. Ты никому ничего не должен. Просто это просьба. Я тебя прошу. Потому что ты вчера не ответил. Я вчера волновался. Что с тобой? Какая с тобой херня вообще произошла? То есть ты не отвечал. Ты ничего там не делал. И я реально, я заволновался. Я уже подумал, что все. Опять что-нибудь заболело у тебя там. И все такое. Маяк ты не скинул. Нет, у меня денег. Я понимаю, что у тебя нет денег. Ты не можешь ответить. Ну, маяк бесплатный, как бы. Его можно скинуть, только когда захочешь. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, все, меняйся, меняйся. Я на это надеюсь, очень искренне надеюсь. Потому что если ты не изменишься, то возможно... Возможно, мы уже прекратим, собственно говоря, общение. Мы его, собственно говоря, и так уже скоро прекратим, потому что у меня уже учеба. Ну, будем, конечно, редко видеться, но... Может, этого редко и не быть, если ты не изменишься. Так что... Вперед, как говорится, вперед на исправление. Давай, потому что у меня тоже 11 класс, тоже ЕГЭ сдавать, но я почему-то как бы не меняюсь. Я, какое у меня было к тебе отношение, такое оно у меня и осталось. Так что я хочу от тебя того же. Должен многое что в себе поменять. Понимаешь? Это просьба, просто просьба. Это не то, что ты должен. Просто просьба твоего, как говорится, друга. Друга, которого ты знаешь, детского сада. То есть все это в этом роде. Сука. Так, ладно. Ну все, в общем, с тобой был я, Кирилл. Давай, мальчик. Удачи в учебе, успехов и до скорого. Надеюсь, ты меня понял.